Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас на урок физкультуры, направленный на тренировку осанки и зрения. Занимайтесь с нами! Упражнения будем выполнять с гимнастической палкой. Сейчас мы с вами выполним динамическую часть тренировки для осанки и зрения. Вы готовы? Сначала выучим упражнение в подтягивании для раскрытия грудной клетки и ощущения прямого положения тела. Исходное положение – стойка ноги врозь, гимнастическую палку вниз. Палка удерживается за концы хватом сверху. Посмотрите упражнение. На раз – палку вперед, на два – палку вверх, на три – палку на лопатке, на четыре – палку вверх. На 5 – палку на лопатке, на 6 – палку вверх, на 7 – палку вперед, на 8 – палку вниз. Повторим его вместе в медленном темпе. Исходное положение – принять. И вперед, вверх, на лопатке, вверх, смотрим на меня, на лопатке, вверх, вперед, вниз. Отлично. Еще несколько раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Осанка красивая. Вперед, вверх, на лопатки, вверх, на лопатки, вверх, вперед. Вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой! Молодцы! А теперь добавим движение ногами, выучим первую комбинацию. Упражнение способствует укреплению мышц спины и рук. Исходное положение – стойка пятки вместе, носки врозь. Гимнастическую палку вниз. Посмотрите упражнение. На раз – левую ногу назад на носок, палку вперед. На два – палку вверх. На три – палку вперед. На четыре – приставляя левую ногу, палку вниз. На пять – правую ногу назад на носок, палку вперед. На шесть – палку вверх. На семь – палку вперед. На восемь – приставляя правую ногу, палку вниз. Повторим первую комбинацию вместе. Внимание! Исходное положение – принять. Ноги, руки и спина прямые, лопатки сомкнуты, голова вертикально, смотрим вперед. Начинаем с левой ноги. И на носок – палку вперед. Вверх. Вперед. Приставить – палку вниз. Правую назад – палку вперед. Вверх. Вперед. Приставить палку вниз. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Улыбаемся. Повторим еще два раза. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Великолепно. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой. Настроение хорошее. Выучим вторую комбинацию. Сейчас будем выполнять упражнения с прыжками. Дополнительно укрепим мышцы ног. Исходное положение тоже. Посмотрите упражнение. На раз. Прыжок в широкую стойку. Ноги чуть шире плеч, палку вверх. На два. Палку на лопатке. Голову вперед не наклонять. На три. Наклон, прогнувшись. На четыре. Выпрямиться. На пять. Наклон, прогнувшись. На шесть. Выпрямиться. На семь. Палку вверх. На восемь. Прыжок в исходное положение. Повторяйте за мной. Делаем вместе. Исходное положение – принять.
Ноги и спина прямые, смотрим вперед. И... прыжок, палку вверх. На лопатки. Наклон, смотрим на меня. Выпрямиться. Наклон, спина прямая. Выпрямиться. Палку вверх. Прыжок. Палку вниз. Молодцы. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Улыбаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой. Отлично. А сейчас соединим первую и вторую комбинации и повторим три раза. Готовы? Исходное положение. Принять. С левой ноги. И палку вперед, вверх, вперед, вниз, вперед, вверх, вперед, вниз. Прыжок. Палку вверх, на лопатки, наклон, выпрямиться, наклон, выпрямиться. Палку вверх, вниз, смотрим вперед. Продолжаем. Левую ногу. Два. Три. Приставить. Правую. Шесть. Семь. Приставить. Прыжок. Палку вверх. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Прыжок. Отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой. Молодцы. Выучим третью комбинацию. Добавим сгибание ног. Упражнение благоприятно воздействует на мышцы ног, спины и рук. Исходное положение не меняем. На раз. Полуприсед. Палку вперед. На два. Исходное положение. На три. Полуприсед. Палку вперед. На 4. Исходное положение. На 5. Встать на носки. Палку вверх. На 6. Исходное положение. На 7. Встать на носки. Палку вверх. На 8. Исходное положение. Запомнили? Исходное положение. Принять. Пятки вместе. Руки и спина прямые. Смотрим вперед. Улыбаемся. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Полуприсед. Вдох. Встать. Выдох. Полуприсед. Вдох. Встать. Выдох. На носки. Палку вверх. Вдох. Палку вниз, выдох. На носки, вдох. Опуститься, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим вперед. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь.
Стой! Молодцы! Настроение хорошее. А теперь соединим первую, вторую и третью комбинации. Выполним несколько раз подряд. Исходное положение – принять. С левой ноги назад и палку вперед, вверх, вперед. Приставить палку вниз, правую назад, палку вперед, вверх, вперед. Приставить палку вниз. Хорошо. Прыжок. Палку вверх. На лопатки. Наклон. Выпрямиться. Наклон. Выпрямиться. Палку вверх. Прыжок. Палку вниз. Здорово. Полуприсед. Встать. Полуприсед. Встать. На носки. Палку вверх. Опуститься. Палку вниз. На носки. Опуститься. Отлично. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Прыжок. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Прыжок. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой! Молодцы! Здорово! А теперь снимем обувь. Приготовьте гимнастические коврики. Ребята, продолжаем тренировку. Сейчас будем выполнять статическую часть, сидя и лежа на коврике. Палку положите на пол слева от коврика и сядьте. Ноги вперед. Первое упражнение способствует растягиванию мышц спины и ног. Исходное положение – сядь ноги врозь, палку вниз, на бедра. Возьмите палочку. Исходное положение – принять. Палку вверх. Делай раз, три пружинящих наклона вперед. Палкой касаемся носков. Делай. Два. Три. Четыре. Наклонились и держим. Делай. Пять. Шесть. Семь. Выпрямиться. Делай. Восемь. Повторим еще два раза. Палку вверх. Наклон. 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 Держим. Шесть. Семь. Выпрямиться. Ноги прямые. И вверх. Наклон. Ниже. Четыре. Держим. Шесть. Семь. Выпрямиться. Отлично. Положите палку слева, встряхните руки, пусть они отдохнут. Взяли палочку, выполним следующее упражнение. Исходное положение. Сядь ноги вместе, палку на лопатке, спина прямая. На раз, наклон вперед. На два, три, четыре, пять, шесть, семь. Удержание. На восемь. Выпрямиться. Исходное положение. Принять. Ноги прямые. И наклон. Держим. Три, четыре, пять.
5, 6, 7. Выпрямиться. Наклон. 2. Держим. 4, 5. Хорошо. 7. Выпрямиться. Молодцы. А теперь положите палку слева и лягте на живот. Следующее упражнение называется «Лодочка». Направлено на укрепление задней поверхности тела и растягивание мышц живота. Возьмите палочку. Исходное положение – лежа на животе, палку вверх. Исходное положение – принять. Прогнуться – лодочка. Раз. Лечь. Два. Лодочка. Три. Ноги вместе. Держим. 4, 5, 6, 7. Смотреть на палку. Лечь. 8. Продолжаем. Лодочка. Лечь. Лодочка. Держим. 5, 6, 7. Лечь. Ноги не разводить. И раз. Лечь. Лодочка. Держим. 5, 6, 7. Лечь. Хорошо. Настроение отличное. Молодцы. А теперь положите палку слева, лягте на спину, руки за голову. Закройте глаза, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох носом и выдох ртом. Сейчас приступаем к релаксации. Делаем упражнение в медленном темпе. Выполним упражнение для тренировки зрения. Пожалуйста, встаньте на коврик на колени, затем сядьте на пятки и возьмите палку. Первое упражнение позволит снять с глаз усталость, поддерживать зрение на высоком уровне, а еще укрепить мышцы спины для красивой осанки. Исходное положение – сед на пятках, палку вперед. Исходное положение – принять. На раз – палку вверх, смотреть вверх. На два – исходное положение – смотреть вперед. На три – палку вниз, взгляд на палку. На четыре – исходное положение – голова вертикально. Стараемся голову не наклонять, работаем только глазами. Спина прямая, глаза сопровождают каждое движение палки. Выполняем медленно. И вверх, вперед, вниз, вперед, улыбаемся. Раз, два, три. 4. Только глазки. И раз, два, три. Стой. Осанка и зрение улучшаются. Положите палку слева. Закройте глаза. Поднимите руки вперед. Встряхните. Отдыхаем. Переходим ко второму упражнению. Теперь будем работать глазами в стороны. Исходное положение – сед на пятках, палку вперед. Голову не поворачивать, только взгляд сопровождает каждое движение палки. Возьмите палочки. Исходное положение – принять. Палку влево, смотреть влево. Раз. Палку вперед, смотреть вперед. Два. Палку вправо, смотреть вправо. Три.
палку вперед, взгляд вперед. 4. Упражнение «Продолжай». Влево. 2. Вправо. 4. Раз. 2. 3. 4. Отлично. И раз. 2. 3. Стой. Ребята, положите палку слева. Встаем. Осанка и зрение улучшились. Всем спасибо. Хорошего дня!